3 человека пострадали в ДТП в Ноголевском районе. Это случилось в минувшую пятницу, 27 октября, около 8 часов вечера. 48-летняя автоледи за рулем Mazda Tribute двигалась на юг. По предварительной информации, в районе 711 километра дороги Южно-Сахалинск-Аха она не справилась с управлением. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате пострадала сама водитель и два пассажира. По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку.